Yeah.
Приветствую, добрый вечер всем. Друзья, рады видеть вас всех. Спасибо, что нашли время, силы и желание, чтобы провести этот вечер в компании с нами. У нас необычный концерт. Наконец-то мы решили отпраздновать свое 20-летие, которое случилось еще весной. Именно концерт в Москве, и будет много сюрпризов, много гостей. Я постараюсь меньше говорить, потому что времени у нас не так много, 3 с небольшим часа, мы должны управиться до 11. И я с удовольствием представляю вам первого гостя нашей группы. Это Никита Марченко, бас-гитарный самурай, он же сенсей и сэмпай. И вы осторожнее с ним, у него 2 меча сзади, они боевые. Всем привет! А теперь, друзья, я думаю, что мы споем следующую песню все вместе. Эта песня называется «Поединок». Вы готовы? We'll be right back.
Спасибо, друзья! Следующую песню, которую мы для вас приготовили, она просто называется «Судьба», а в смысле «Рок». Сколько как в руках.
Спасибо. Спасибо, друзья. Рам Аргарян, приветствуйте, гость нашей программы и композиция. Друзья, давайте сейчас создадим волшебную атмосферу. Доставайте свои фонарики, включайте. Давайте, друзья, и будет очень красиво. Пленом, в нем не суждено потерять тебя.
Спасибо, спасибо, друзья, за такую красивую картинку. Арам Маргарян был с нами, и мы ненадолго его провожаем, он к нам сегодня еще вернется и будет очередной сюрприз, именно сюрприз, чуть позже. Спасибо, Арам, до встречи очень скоро здесь же. Следующая композиция, которую мы сейчас для вас сыграем, она не так давно вернулась в нашу программу. Мы долгое время ее не исполняли, и у нее небольшая история. Дело в том, что на этот концерт был приглашен Артур Беркут, и он должен был исполнять эту песню. Но так получилось у него свои гастроли, очень сложно собрать нас всех вместе, это факт. И он сегодня звонил, переживал, как вы там, типа, без меня. Я говорю, будем исполнять твою любимую песню. Дело в том, что он является родоначальником этой композиции, которая чуть позже, благодаря Маргарите Пушкиной, получила название «Выпьем еще». Именно Артур привез англоязычный вариант из Америки этой песни. Мы с Валерой Кипеловым подключились и стали с автором, чуть ее переделали. И «Выпьем еще», собственно, что я несу. Это не призыв, это просто название блюза. Выпьем еще! Кто знает слова, может петь вместе со мной. Поехали! Oh,
есть хоть где-то за бугром. Но я стал старше по-другому жить опять. Но молод я, чтоб умереть. Выпьем еще, приятель, выпьем еще. Спасибо. Спасибо, друзья. И давайте проводим нашего замечательного бас-гитарного самурая Никиту Марченко. Никита Марченко провел несколько замечательных лет в группе. И мы чрезвычайно тому рады. До новых встреч. И сегодня мы еще увидимся. Он никуда не уезжает. Спасибо. Спасибо. И следующие гости, их сразу же двое выйдет. И мы с помощью этих замечательных людей перенесемся во времена альбома «Откровение». Это 2005-2006 год. Я приглашаю на эту сцену Леонида Максимова, бас-гитара. И, конечно же, Андрея Лефлера. Леонид Максимов и Андрей Лефлер. И, конечно же, мы исполним несколько композиций с этого альбома. Привет всем! Двадцать лет, черт возьми! Это так круто! Че, погнали? Вы готовы? Мы тоже готовы.
Андрей Лефлер, Леонид Максимов. С праздником! Всех-всех нас! Ну что, споем еще? Какую песню? Какую? И? Поехали! Под небесным покровом.
Спасибо, спасибо, друзья. Напоминаю, что с нами сегодня Андрей Лефлер, Леонид Максимов, наши друзья и соратники. И, собственно, продолжаем. Далее, ну, логически просто должны прозвучать, конечно же, песня. Они сами все знают. Можно не говорить. Поем вместе.
похожа на слезу роса. Знает только небо, да сыра земля. Летай века, станет сказкой мы. Летай века, стелится тобой. Вас повидать. Спасибо, Бог, еще спасибо, Андрюш, что доставил удовольствие окунуться в те времена. Спасибо. Будем видеться чаще. И в том числе и сегодня еще чуть позже. Спасибо. Спасибо, Андрей. Следующий гость тоже вам всем хорошо известен. Это также один из самых ярких наших вокалистов. Артем Стыров, собственно. Встречайте. Именно при участии Артема были записаны альбомы, которые, по мнению же слушателей, стали культовыми в дискографии группы. Это «Химический сон», это «Запрещенная реальность», «Обратная сторона реальности». Артем Стыров. Привет, друзья!
Споем! 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 Слышишь?
мы ищут свет. Здесь истоки покрыты мхом. Здесь так сложно найти свой путь и так просто упасть на дно. Этот мир для таких, как мы. Этот мир обречен на нас. Но реальность не изменить. И живем мы не здесь и сейчас. Yeah.
Игорь Гончаров-Варвар на сцене со своим уникальным космическим аппаратом, который называется «Колесная лира». С Игорем мы знакомы уже, наверное, около 5 лет. Он регулярно принимает участие в записи моих инструментальных альбомов. Также он записывал с нами сингл «Метель», непосредственно саму заглавную песню. Именно его лира звучит в конце. И выезжая периодически в Крым, мы там встречаемся, и он играет с нами в концертах. Он специально приехал в Москву, чтобы украсить наш праздник. Встречайте, Игорь Гончаров, его «Колесная лира». И исполним мы даже песни, которые не совсем записаны с этим инструментом. Вернее, даже сказать, он не принимал там участие, но мы сделаем это. «Пророк» будет называться следующая песня. Чертана, как на поле.
не из огня. Дай родиться из воды и света, жить, не зная боли и проклятий, и не зная завтрашнего дня, жить, не ведая иных миров, жить и не просить у них ответа. Я безумен, отпусти меня. Дай же мне родиться, Боже, собственной персоной. Спасибо, друзья! Ты куда? Сейчас вот как раз тот момент, когда на сцене будет даже несколько тесновато, но это хорошо. Я хочу пригласить на эту сцену Ольгу Дзусову. С Олей мы знакомы очень давно и периодически пересекаемся и в творчестве. Оля с удовольствием приняла приглашение проучаствовать в нашем концерте. И несколько песен будет исполнено с ней. И начнем мы, наверное, пожалуй, «Стрелы в небо». Именно те, в которых Ольга принимала участие. «Стрелы в небо» — это наша композиция с альбома 2014 года. Проверим. Привет! Слова помним, и поем тогда. We'll be right back.
Спасибо! Отлично пели! Эй-оу! Эй-оу! Да-да-да-да-да-да! Молодцы! Артем Стыров и Ольга Дзусова на сцене. И приветствуйте их, пожалуйста. И прям вот некоторые песни звучат в оригинале. Это здорово. Это здорово. И следующий такой оригинал, он аж из 2002 года. И, собственно, это наше было практически первое знакомство, да, Оля? Композиция называется «Заклинание». Я сегодня обещал по телефону напомнить всем. Рита Пушкина, к сожалению, немножко не здоровится, она не смогла посетить наше мероприятие, но передавала всем привет. И я во всех городах всегда говорю, что, наверное, на мой взгляд, это самые удивительные и прекрасные стихи Маргариты Пушкина, именно «Заклинание». Опять же, мое мнение. Стоп!
Спасибо, спасибо. Мы провожаем Артемия. Опять же, ненадолго, скоро он к нам придет. Спасибо, Артем. Спасибо! Я хочу поздравить этот замечательный коллектив с днем рождения, с 20-летием. Это великая дата. И всего самого хорошего. Настроение в течение всех еще последующих 20 лет. Вот такое, что было, Сереж. И творческих успехов Сергею Мамрину! Спасибо. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо, Артем. До новых встреч. И следующая композиция, которая прозвучит сейчас для вас, мы ее, кстати, впервые исполним на сцене. Такой уникальный момент. И композитор достаточно молодая, в прошлом году вышел, я уже сегодня упоминал, наш макси-сингл «Метель». И одно из произведений мы написали вместе с Димой Ревякиным. И я его приглашал сегодня к нам, но, к сожалению, я уже говорил, что нас очень сложно собрать всех вместе. Сегодня, кстати, с Артуром говорили, он говорит, ну через там 10-20 лет точно соберемся. Я говорю, точно. Через 20 мне будет 75, ему тоже. На гастроли мы ездить практически не будем. Поэтому легче будет собраться в одном месте в определенный момент. То есть вот мы с Артуром договорились и уже продавать билеты на концерт, посвященный 40-летию группы. Ну как-то так. Песня, которая сейчас для вас прозвучит, спасибо Оле. Оля ее выучила и, собственно, она там записывала бэк-вокал. И песня, которая прозвучит сейчас для вас, она называется «Северный огонь». Впервые на сцене встречайте. We'll be right back.
сейчас прозвучит одна из моих инструментальных композиций, которую мы сыграем вместе с Арамом. Арам сейчас появится на сцене. И известное, наверное, вам произведение, которое существует в виде песни. Песня называется «Утоли мои печали». И, собственно, инструментальное произведение также, но вот это исполнение, которое сейчас прозвучит для вас, это тоже своего рода эксклюзив. Это нигде не записано, и мы практически не репетировали. Мы поговорили, оговорили партии, и, собственно, вот сейчас для вас сыграем. Арам Маргарян снова на сцене с нами. Его замечательный инструмент, который называется «Дудук». Маргарян. Thank you.
Спасибо, спасибо. Удали мои печали и спасибо, Арам, спасибо. Еще увидимся сегодня, в конце сегодняшнего пути. Мы увидимся все. И снова на сцене Евгений Колчин, наш замечательный вокалист. Следующая песня, которую мы для вас сыграем, я думаю, хорошо вам известно, и вы будете петь ее вместе с нами, потому что эта песня называется «Пока боги спят!» Черно-белый картин среди разноцветных мечтаний и грез.
Спасибо, спасибо, друзья. Мы очень долго и кропотливо составляли вот этот сегодняшний сет-лист праздничного нашего концерта. И я просто задавал сам себе вопросом и отвечал на них, либо не отвечал. И вот эта вот песня «Пока боги спят», ну, она обречена с нами быть до конца. Никак ее не убрать. То есть это... А вот следующая композиция, которая сейчас будет звучать для вас, тоже многим хорошо известная, от нее я рад был бы избавиться, но никак. Никак не получается удалить из сет-листа композицию, которая называется «Showtime». Друзья, вы готовы? «Showtime»! We'll be right back.
собирая химический сон. Этот дьявольский вальс и вселенский абсурд. Открывая голову рештающий мир, я кричу небесам, погасите же свет. Белые демоны, боги, кто здесь еще онлайн? Снимите вас, чертов телек! Шутай, господа! Шутай! Мы все еще здесь. Наше время еще не настало, друзья. И мы продолжаем! Спасибо. Спасибо, друзья. И Женя ненадолго нас оставит, потому что продолжаются гости. И сейчас тоже очень необычное произведение для нас, да и, я думаю, для многих это будет неожиданно, но тем не менее мы это сделали. Во-первых, я хочу пригласить на сцену Михаила Сидоренко. Наш большой друг и товарищ. И с Мишей мы отметились на альбоме «Неотвратимое», записав «Корабль-призрак». Но мы не только кораблестроители, да, Миша? Мы построили нечто большее вот буквально несколько недель назад, и композиция сейчас про вас, для вас прозвучит. И, собственно, единственное, что я хочу сказать про нее, это классика, это ария Иуды из оперы «Иисус Христос», суперзвезда. Это тот случай, когда на день рождения подарочки себе сам делаешь, да? Ну! Представим, что мы в Иерусалиме. Нас ждет
мучение твое. Мне не нравится знамение дня. Я хочу, чтоб ты послушал меня. Помнишь, я был правой твоей рукой всегда. Ты пожар бумаг зажег. Они твердят, что ты пророк. Но пройдет обман, и что тогда? Назарета гордый сын жил бы, был без вестности. Как отец твой плод, ничего горя не знал. Воздух чистый, дом, лесу, ты бы счастлив был, Иисус. Никому не сделал зла, горя не знал. Ты прислушайся к советам моим. Я за то, что в тебе великим. Но мне страшно видеть, как обманчива звезда твоя. Все тобой обвинены, небом головы полны. Но вино твое подмешанное. Боялись, что вам не понравится. Михаил Сидоренко с нами. Спасибо, Миша, за то, что ты с нами, собственно. Спасибо. Во время просто работы, точнее, после работы, мы с Сергеем Константиновичем часто вспоминали, что вот это то, что нам очень нравится. И было бы здорово, чтобы мы как-нибудь это исполнили. Вот мечты сбываются, и вы свидетели этого. Ну, собственно, для меня это классика, а авторство таких незнакомых мне учителей. Мы не будем представлять, я думаю, многие узнают эту песню, которая тоже вернулась в наш репертуар только благодаря вот этому юбилейному концерту. Из Иерусалима не уходим, оставляю вас в компании Жени. Свет, не бойся. И вокруг меня пустыня, звон звезд гонит прочь мрак, да светится твое имя. И я здесь, я нигде, но слезами боль не хлынет. Будь свят, скорбный удел, да светится твое имя. Ни ветра, ни сна, кто вспомнит меня. Как бы я хотел плыть в лодке морем на закат. Вольным быть, как зверь свободный, и расти свой сад. Жить бы лет до ста и любить, как все любят на земле.
здесь лишь демоны и змеи, но ты молод и смел, вместе миром овладеем. Ты мне поклонись, и получишь все богатства, власть тьмы. Вот это жизнь без бравурном танце адском. Все жены твои под звон золотых, ты же сам хотел быть в лодке морем на закат, вольным быть, как зверь свободный, и растить свой сад. Сидоренко, Евгений Колчин. В роли Иешуа Назарянина Евгений Колчин. Сталина. В роли Люцифера Сергей Маврин. Оставляю вас в компании Миши Сидоренко. Я еще вернусь. Что ты угрожаешь людям? Еще одна песня, которая вернулась к нам, вот тоже благодаря вот этому фестивалю. И мы давно ее не исполняли. Песня называется «Стая», но как-то мы играли, и меня спрашивали, а почему вы поете, что за Сталин? Почему Сталин? Стая. Но идея, собственно, верная. Сталин. Стая. Сталин. Но тут надо угореть, вы понимаете, да? Понимаете? We'll be right back.
Михаил Сидоренко. И переходим к водным процедурам. Стая просит Валеру. Мы сейчас к нему, конечно, приплывем. Только надо очень хорошо грести. Через сотню веков от начала лет, бесконечностью времени, в годы закованы, они плыли неизменно на свет на одном корабле, но в разные стороны был завет пророков, словно Млечный Путь, но не ведали смысл из того, что читали через тернии, вел их новый вождь. Как и прежде, светлые дали отражалась в небесах судьба. Война ослепляла взор, месть и ненависть сжигали их разум. Кому почести, а кому позор, а кому-то смерть обернулась наградой. Война, словно в горле кость, снова ждать себя не заставит. С поля бранного вел их новый вождь. Как и прежде, светлые дали отражалась в небесах судьба. Возвращаясь, но как и прежде, вел их новый вождь. Неизменно к миру и славе отражалась в небесах судьба. Thank you.
Спасибо! С днем рождения, замечательный, знаковый коллектив Сергея Маврина! Спасибо, спасибо, Миша. Спасибо, будем встречаться чаще, надо. Да, именно. Я с огромным удовольствием хочу пригласить на сцену своих старинных друзей, товарищей, соратников, очень старинных. Алексей Харьков, бас-гитара. С Алексеем, в общем-то, мы, можно сказать, стояли у истоков нашей группы. И я всегда рад его видеть на наших выступлениях. И, конечно же, Валерий Кипелов. Мой большой друг, с кем мы прошли огни и воды, съели путь соли. И сегодня мы на одной сцене. Валерий Кипелов, Алексей Харьков. Привет, друзья! Добрый вечер всем! Нам бы хотелось с Алексеем поздравить замечательную группу «Маврик» с их юбилеем. Вот в этом удачи и творческого долголетия. Спасибо, Серега! Yeah!
немецкий кинжал. Прохлебнулся тот миг, я стратил клинок. Грянул хор горькой тьмы, рассмеялся. Которая называется «Герои асфальта». Я разу
Спасибо, Валера, спасибо, Валера, что посетил вас праздник. Спасибо! И ненадолго мы расстанемся. Я уже произносил сразу, что в конце сегодняшнего пути мы все встретимся. Собственно, знаете, зря я не воспользовался паузой. Самый лучший момент представить вам музыкантов нашей группы. Обычно мы делаем это перед исполнением именно вот следующего произведения, которое вы сейчас услышите. Я в течение 20 лет представляю музыкантов своей группы, и мне это до сих пор безумно нравится. И сегодняшний вечер не исключение. Юрий Алексеев, гитара. Юра в группе где-то 19 лет, наверное, из 20 существующих. Юрий Алексеев. Знакомьтесь, наш новый барабанщик Данила Наумов. Мы почти полгода трудились над этой программой, восстанавливая, собирая по крупицам. И во многом благодаря Даниле мы сегодня здесь на сцене. Данила Наумов, барабаны. Евгений Колчин, вокал. Леша, ты попался. Алексей Харьков, бас-гитара. Как в старые добрые времена. Наш бессменный техник Вячеслав Гахов. Славик, покажись. За пультом звукорежиссера Валерий Завидов. Анна Балашова, конечно же, с нами сегодня и всегда. Давайте ее поприветствуем. Очень многие песни были написаны именно ей, тексты. Знаете, многих сегодня хотелось бы поблагодарить. Хотелось бы поблагодарить всех, кто нам помогал сделать этот праздник. И вас, конечно, в первую очередь, и технические бригады, которые осуществляют эту замечательную съемку. И всех-всех-всех я не буду перечислять. Просто огромное вам человеческое спасибо за то, что вы с нами все эти годы. Кто-то, может, присоединился не так давно, но, тем не менее, мы помним все наши... Мы еще забыли представить нашего светорежиссера Николая Морозова. И, конечно же, Сергея Маврина!
Друзья, у нас в группе очень много грустных, очень много злых песен, но все мы с вами рожденные жить. Mm-hmm.
Без которой не обходится, наверное, ни один концерт, который вы тоже очень любите. Город, стоящий под солнцем. Для вас, друзья! Но бродяги-изгнанники, в чьей ты жестокой игре, поклонившись четырем ветрам, шли на все четыре стороны. Волки кровниками стали нам, да черные вороны. Наверное,
Вы знаете слова этой песни? Давайте споем ее все вместе еще разок. Припев. Договорились? Нам бы добраться на май в город. Ребята, хочу от тебя еще раз сегодня поздравить всех мавриков с юбилеем. Ура! Спасибо, спасибо, Леша. С нами был Алексей Харьков, наш старинный друг, с которым тоже съели пуд соли. Спасибо, друзья! С вами была группа Маврин!
Мы приготовили еще один сюрприз. Очень большой такой жирный сюрприз для вас. Я думаю, что сейчас надо позвать еще несколько людей сюда. Ребята, давайте сюда. Вернем их всех. Семья Маврин очень большая, очень. Сейчас мы споем вам песню, которую вы все хорошо знаете. Дайте нам руки! Yeah.
том, что мы здесь. Сила твоя в том, что ты есть. Сила твоя в том, что мы здесь. Сила твоя в том, что ты есть. Сила твоя в том, что мы здесь. Сила твоя в том, что ты есть. Спасибо, друзья! Спасибо всем нашим друзьям! Спасибо, друзья! С праздником, группа Маврин! Спасибо! Всем спасибо, ребята! Давайте сейчас все вместе поднимем руки вверх. Сделаем фото на память. Спасибо вам всем!